Дорогой русский театр в Эстонии, я вас поздравляю с 70-летием. Это еще не возраст. У вас еще все впереди, еще очень-очень многое впереди. Я желаю вам, самое главное, вдохновения, чтобы оно несло вас в неведомые, безграничные испытания. И, конечно, успех успехом, но главное, чтобы у вас происходило что-то, что раньше никогда с вами не происходило. Поздравляю!